Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас 25 октября 2021 года. Выглядывает солнышко и прячется солнышко. 5 градусов всего тепла. Но мне, как всегда, не сидится. На огород – это тяга, по-видимому, у каждого садовода. Вчера было вообще холодно очень. Ночью было минус 3. Работы очень много. Много надо лечить деревьев, укрывать. Но я все делаю потихонечку, постепенно. Вот сейчас будем с вами укрывать шапку мономаха, малину ремонтантную. Ну и вот останется у меня рядок еще укрытием ремонтантную малину. Так, здесь вот у меня по центру сидит Казанова. Ой, Казанова, поклон Казакову, 2 кустика. А здесь вот оранжевое чудо. Это будем уже с вами укрывать завтра. Пока еще морозы не сильные, но морозы есть. Так, где она у нас сидит? Шапка мономаха. Очень хороший сорт. Я давно искала этот сорт. И довольна, что я нашла. Он выпускает побеги, так что думаю, что покупать мне больше не придется. Я разведу его сама. Что я сделаю? Я просто под корень обрежу. Это ремонтантная. Она дает двойной урожай, но мне двойной не надо. Первый урожай, как всегда, идет грязный, как я называю. Поражают хорошо насекомые, червяки, ягоды. Поэтому мне нужна ягода чистая, сладкая, крупная. А это будет второй урожай в конце июля. И до заморозков. Ну что, будем обрезать. Вот так закончили мы сегодня с утеплением своих этих саженцев малины. Всего понемножку. Веточки положила, чтобы не так раздувало. Потом все это весной уберу. Опилки сыплю я на дорожки. Ну и на грядке, конечно, их реденько оставлю. Заходите в гости, мои дорогие друзья. Буду вам очень рада. Такой чудесный день. Даже уходить домой не хочется. Пока. Но я пойду сейчас буду обрабатывать свою большую вишню. Покажу, какую. Еще вот видите, нужно обрабатывать. Завтра поеду искать ранет, потому что нужно вырезать алыча. Видите, в каком ужасном состоянии. Нужно ее тоже обрезать. Вот эту вот вишню буду рядить. И хорошо. Все ветки, которые наклонены вниз, я их уберу. Оставлю только вон вверх. Вишня будет крупнее, вон там ветка вообще обломана, нужно спиливать. Сейчас притащу лестницу и буду пилить. Ну вот и все, мои дорогие друзья. Заходите в гости еще раз. Буду вам очень рада. До свидания. До новых встреч. Пока.